В рамках Дня защиты детей в городе Пушкино прошла акция «День донора». И хотя специальных нормативов никто не ставил, акция была организована хорошо. Знаете, планов, конечно, никто не строит. Это же не план на производство каких-либо товаров. Но уже сейчас можно сказать, что пришло более 100 человек. Ну, самое, конечно, рекорд был около 300 человек, по-моему, 2 года назад. Сданная кровь не поступает сразу больным. Ее направляют в банк Московской области, где она хранится еще полгода. И только после дополнительной проверки поступит в больницы. Я просто не знала, что в моем возрасте можно сдавать. Вот, говорили, что я очень уже старая. А потом, оказывается, кровь хорошая, веду здоровый образ жизни, потому что у меня большая семья, 4 детей, 3 внуков. И просто сейчас решила детям помочь. Целыми коллективами на сдачу пришли курсанты МЧС, студенты и работники УВД. Нас пришло несколько человек. И я уверена, что с каждым разом, с каждой новой акцией нас будет все больше и больше. Сдать кровь можно не только во время акции, но и в подходящий для вас день на станции переливания крови. Говорят, это даже полезно и совсем не страшно. Просто представить, для чего там своих родных, которым тоже, может быть, когда-то понадобится, своих детей, там, внуков. И мне кажется, ничего страшного. Да, я считаю своим долгом, что я должна сдать кровь. Тем более от меня не убудет, а людям будет польза. Это здорово.